Снова здравствуйте, это снова Super Mario World, и тут, да, это уже на новом канале. Я просто записывал те два ролика еще до того, как мне запретили заливать больше 15 минут на канал. Да, теперь я так понимаю, это будет на втором канале временно. Может, потом я перезалью на основной, посмотрим. Не знаю, я рад, что кому-то Марио понравилось. И я, кажется, понял, в чем суть. На одном из этих уровней, собственно, есть как раз синий переключатель. Точнее, зеленый. Вот на этом, по идее. Это я узнал как? Я просто увидел какой-то скриншот в интернете. Серьезно, на этом уровне? Мы же на этом уровне 1000 лет провели в прошлый раз. Пожалуйста. Окей. Меня сейчас немножко торкает. Я сейчас хотел в магазин сходить, купить что-нибудь себе попить. Я ничего толком не ел, поэтому... ладно. Окей. Найс. А, простите, почему он умер? Окей, где-то вот на этом уровне, значит, должен быть секрет. Где, я не знаю. Но, я полагаю, на том он и секрет, верно? Окей, я где-то, блин, несколько дней не играл в Марио, поэтому могу тупить. Окей, найс. Я бы при... Еп, что я говорил насчет... Тупение, не знаю. Плиз! Вообще-то я должен был атаковать. Окей. Да, вот этот я, собственно, переключатель должен активировать. Вот этот блок появится и так далее. Так, быстрее. Оу. Еп! Окей. Хорошее начало. Меня еще напрягает, что у нас жизни-то не так уж много. Всего лишь 4. Я не знаю, как здесь гейм-овер сделан и так далее. Так что немножко страшно. Почему он умер? Простите. Окей, я не буду спрашивать. Мне пофиг. What the fuck? Мне кажется, я... Окей. Мне кажется, это когда я на них прыгаю с крушением. Точно. Да, окей. Я просто вместо обычного прыжка использовал вот эту кнопку, к сожалению. Ну, не к сожалению, мне это даже помогло. Но это была случайность. Я ведь какими-то другими кнопками пользовался для бега и так далее. Что-то я немножко запутался, если честно. Вроде бы вот этими кнопками я пользовался. Да, все, окей. Я снова в игре, пацаны. Я сейчас чихну. Щет! Сонучино! Садаме! Джо-джо! Нет, это не здесь, окей. Вранье! Серьезно? Здесь нужно проскакивать быстрее? Я просто надеялся, что в той трубе будет секрет, но, судя по всему, нет. Окей. Все. Все хорошо. Теперь все будет отлично, я уверен. Я теперь знаю все свои кнопки и так далее. Я просто давно не играл, потом я еще играл в Super Mario Bros. На этом. Точнее, New Super Mario Bros. На своей DS, и поэтому я отвык. Там еще и Wall Jump есть в той игре, а здесь этого нет. Так что надо быть осторожней. Здесь даже скользить нельзя. Ну, точнее, можно скользить вниз, но нельзя вроде бы... можно. Окей. Естественно, можно, так было и в самой первой игре. Так что... Не тупи. Где же все-таки тот секрет, мне интересно. Окей. Так, теперь надо не тупить. Теперь надо побыстрее. Окей. Что же это, эти птицы, черт побери? Никогда не люблю таких врагов. Окей, я сразу проскочу, мне пофиг. По идее, мне нужно в трубу. В эту трубу. Потому что тогда, в прошлый раз, я... О, нет. Может быть и нет. По идее, да, я опять упустил свой, как бы, шанс. Может, хотя бы я, блин, one up где-нибудь возьму. О, боже, нет, мне нужно было это перо, вообще-то. Найс. Окей, главное назад не есть, пожалуйста. Окей. Да, этот момент я помню, даже не думай. А чё? Просто обидно, что, блин... Один раз облажался, и все, теперь ты никуда не попадешь. Там, по идее, нужно проскочить в желтую трубу. Но не уверен.
Yoshi, please. О, one up, nice. То есть, если я хотя бы буду собирать все Yoshi монеты, то все будет нормально, я думаю. И мне просто... Да-да, потом из этой трубы я должен был выйти. Окей. Значит, мне все-таки действительно в одну из труб надо попасть. И, по идее, там должен быть зеленый пик. Я не знаю, как я этот раньше переключатель не заметил. Как я его мог упустить? Вопрос. Я реально не знаю. Сейчас разберемся. Но я точно знаю, что переключатель должен быть здесь. Он должен еще где-то слева вроде появиться от уровня. Сейчас разберемся. Теперь у меня есть плащ и так далее. Так что все будет хорошо. Кстати, я говорил насчет типа аниме. Аниме. Видео про аниму, я там разговаривал про летний сезон и так далее. О, значит, Йоши коины убираются, что ли? Это видео почему-то удалилось. Так что его не будет. Да. А может оно. Просто я его не увидел там, где оно должно было быть. Поэтому очень странно. Проверим. Надеюсь, оно на месте. Хотя в то же время я там просто полчаса рассуждаю о том, что аниме говно и так далее. Ну, не буквально, конечно. Так. Окей, это не здесь. По идее, это желтая труба, если я правильно понимаю. А может это была вот эта? Черт побери. Это могла быть та труба оранжевая. Плиз, 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 плиз. Окей, спасибо. Спасибо! Нет! Окей, мы приехали. Опять. Класс. Мне снова надо учиться играть в Марио. Не удивлюсь, что если... Что я весь этот эпизод застряну на том, чтобы этот грёбаный переключатель найти. Если так, то я извиняюсь, конечно. Shit happens. Эта птица, она вообще не опасная. Я не знаю, зачем ее сюда поставили. Мне нравится их уничтожать. Окей, звучит как из московского порно, да? Просто скользить нельзя. Окей, я понял. Ну, точнее, просто нет эффекта скольжения, когда он так приседает. Потому что это вот по диагонали. Наклонная поверхность. Окей. Вот я все еще его уничтожил. На этот раз я его не задел. Плащом! Боже, я не знаю, почему я в этом моменте так лажаю. Сюда? Нет, не сюда. Сюда? Окей, значит, точно желтая труба. Теперь понятно. Это и раньше, в общем-то, было. Понятно, потому что я там был, но... Или вот это. Окей, все-таки зеленая. И значит, где-то здесь... Должен быть зеленый... Плиз... Эй! Я думал, на это можно прыгнуть. What the fuck, man? Окей, вон, прочь. Значит, вот это для чего-то нужно использовать? А я вот не знаю для чего. Щет. Ну вот это же не просто так, верно? Мне кажется, я что-то там задел. Ну где-то же переключатель должен быть, what the fuck? Мне что, надо в гугле искать? Я точно обо что-то ударяюсь там. Окей, мне кажется, придется подсмотреть где-нибудь. Простите? Почему оно еще... Окей, пришло время... Окей, оно снова здесь. Пришло время гугла, извиняюсь. Окей. Некоторые секреты в Марио это просто... Да. Мне кажется, я даже сейчас не смогу достать этот секрет, потому что у меня нет определенного предмета, к сожалению. Окей, может быть, я могу сделать это вместе с этой штукой. Просто фишка в том, что секрет как раз на последнем блоке. Щет, плиз. Окей, плиз. Плиз! Пожалуйста. Нет.
Фак, респавн? Найс. Я не знаю даже, можно ли задеть этой штукой то, что нужно. Не знаю. Я попробую еще раз, но... я реально не уверен. Для этого, мне кажется, придется просто взять этот. Найс! Окей, окей, значит, все-таки работает. Так вот! И вот он, этот секрет. По-моему, это перебор. Я понимаю, секреты и все такое, но... это было странновато, на самом деле. Зачем мне это? Тут не говорит, что я не смогу сейчас активировать. Простите? Мне не очень понятно, что здесь нужно было толком сделать. Наверное, здесь только черепахи. Ну, я не знаю их настоящего имени, поэтому просто черепахи. Ну окей, хрен с ним. И окей, наконец-то. О, фак. Хрен бы я, наверное, нашел нормально. О, е. О, нига, е. Фак, е. О, щет. Фак, е. Окей. Это выглядит странно. Do you want to save? Yes, continue and save. Окей, теперь мы можем вернуться на вот этот уровень. И сделать то, что нужно. Найс, 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 найс. Там еще придется на уровне возвращаться. Но я не очень хочу, потому что это не очень хорошо. Ну, в плане, блин. Нам надо все-таки продвигаться по игре, а не тупить. На одних и тех же уровнях. Хотя я хочу найти, как бы, побольше секретов. Может быть, не все. Но... хоть какую-то часть, верно? Теперь на этом уровне я могу попасть. На другой уровень. На секретный. О, фак, нет. Дай мне ванап. Найс. Хотя бы один. Здесь вот можно реально фармить просто. Щет. Щет! Два ванапа это тоже что-то. Окей. Снова 5 марев. Марев. А, щет! Ицаби Марева. Факов. Ёши, привет. Знаете, я теперь не против Ёши, совсем не против. Наверное, фишка в том, что он реально очень полезный персонаж, наверное, так сказать. Просто он, блин, скорее как какой-то... это средство передвижения. Ёши, это средство передвижения, а не роскошь. Вот что. Так. Блин, мне намного удобнее нахрен, иди в жопу, Ёши. Мне намного удобнее здесь будет пользоваться своим плащом. Найс! Окей. Наконец-то! И вот секретный домик. А, я думал, попадем вот в тот дом справа. Наверное, это потом секрет. Хотя вот этот тоже, кстати, красный. Donut Secret. Do not steal OC и так далее. О, нет, только не водные уровни. Привет? А! Окей, ненавижу подводные уровни. Никогда в играх они интересными не были. Ни одного такого не видел. Вообще, не то чтобы даже интересными. Они могут быть, наверное, интересными, но... ох, какие же они мудные всегда. Ничего, окей, там граница. О, фак! Просто здесь это чувствуется совсем по-другому. В этом Марио? Серьезно? Знаете, я окей с этим, наверное. Хотя, нет, не особо. А, да, в первом Марио совсем по-другому чувствуются подводные вещи, так сказать. Вот там. Окей. Я просто реально не знаю, что это такое. И как оно работает, так сказать. О, нет! Марио сдувается! А, щет. Наверняка там какой-то секрет должен быть. Я так понимаю, оно не обновляется. Окей. В следующий раз мы узнаем. А! В следующий раз мы узнаем, в чем здесь суть. Потому что мы сюда плену будем возвращаться. Понятное дело. Да, просто здесь Марио тонет намного, намного быстрее, чем в оригинале. Окей, значит, мы не так много пропустили. Может быть, здесь еще возможность собрать побольше монеток. Потому что этих врагов очень легко убивать. И... why not? Why not? Хотя ловить их, конечно, запарь.
Окей, как? Как? Окей, эти блоки можно поднимать. Я не знал. Боюсь, что с этим какой-нибудь секрет будет связан. Стопудово. Окей. Наверняка мне это нужно. А, вот в чем здесь фишка. Здесь же... Окей, окей, здесь же двигаться можно просто нажимая направление. Окей, окей. А, вон прочь. Здесь нужен ключ. Я так понимаю... Я так понимаю, ключ должен быть в этой штуке? Да, окей, окей. Хотя бы мы какие-то секреты будем открывать, это уже хорошо. Это был нетрудный, так что... Еп. Окей. Так, но подождите с этим, мне еще это надо пройти. Я просто хочу посмотреть, наверняка где-нибудь в левом верхнем углу что-нибудь будет. А почему я так медленно передвигаюсь? Простите. Окей, нет, значит, передвигаться так вот быстро... Передвигаться направлениями, да? Кнопочками. Направление. Это можно только, когда ты держишь какой-то предмет в руках. Окей, окей. Теперь я знаю. Как мне... Yes, окей, окей. А здесь вот можно прямо так. Здесь наверняка есть какой-то секрет, я уверен. Это очевидно. Я не думаю, что это он. Наверняка здесь есть выше что-то. Надеюсь, мне хватит... Марио Сока! Нет, плиз. Может быть, здесь второй... О! Именно это я искал! Окей, ну, хотя бы мы пройдем уровень до конца. Окей, значит, надо будет просто приземляться там. Я об этом подумал, а потом так... Ведь там был цветочек справа, наверняка там. Слева ничего тоже нет. Оказалось, что есть. Окей. Без проблем. Да. Тут... Это довольно странная система. Не знаю. Ну, это нам уже не нужно, так что... Ключ мы уже... Куда надо засунули. Это вот... Шисет, наверное. Не знаю, с чего бы вдруг. Окей. Ох, так хочется бегать, но нельзя. Я сейчас чихну, псады. Окей. Я что-то там поднял, что ли? Или... Поднял? Не знаю. Не. Ну, здесь-то уж легко, это водный уровень, верно? И все равно максимум не смог. Это довольно дебильно. Я до сих пор не знаю, для чего эти звезды. Наверное, просто для очков, я полагаю. Окей. Может быть, мы не сделали... А, ну да, окей. Может быть, мы не сделали сильно много прогресса в плане этого... Продвижения именно вперед, да, по игре. Но мы открыли несколько секретов, что очень-очень важно. Во всяком случае, важно для меня. Не знаю, как думают, не знаю, спидранеры, которые игры супер быстро проходят и так далее. Мне не нужна твоя ёши монета. Иди к черту. Окей, на этот раз мы не облажаемся, верно? Верно ведь? Окей. Теперь я знаю, что мне нужно двигаться налево и взять пи. Щит. Щит. Вернись. Окей, найс. Главное не врезаться, я так понимаю, это... скорее всего, приземлит нас сразу вниз. Это всего лишь... А, здесь просто остальные Йоши монеты. Я-то думал, здесь что-то интересное. Хотя бы ванап там остался, я надеюсь. Надеюсь, он по земле бегает. Пожалуйста. Окей, это было бесполезно. Вау. Окей. Ладно, хрен с ним. Не страшно. Я просто надеюсь, что там еще какой-то секрет, но видно. Этот ключ был единственным секретом на этом уровне. Эти блоки странные. С ними на самом деле быстрее передвигаться, но. Окей, стрелочка. Интересно. К чему бы это? Фак. Ну. Конечно, меня бесит, что он появляется. О! Вау! Это, оказывается, можно было даже так сделать. Ну, мне это не нужно. Я могу, по идее, кстати, ключ перенести просто к выходу и получить какой-то бонус. Это труднее, чем кажется, окей? О, yeah, one up. Nice.
Оно того стоило. Я, правда, потерял пауэрапы свои. Ерунда. Окей, давайте попробуем. Этот секретный уровень. Donut Secret House. Окей. Я уже жду каких-нибудь дебильных головоломок, на которых я застряну. А, черт. Плиз. Плиз. Я чуть бы и запрыгнул на верхнюю платформу. К счастью, я этого не сделал. Призрачный Йоши, плиз. Я так понимаю, это мне нужно для тебя, чувак. Уу! Ха-ха! Get wrecked! Faggot! Оу. А здесь что? Нет, это, конечно, хорошо. За это спасибо, но... Окей. О, щет, началось. Это у нас что? А, монетки всего лишь, нахрен. Не интересуют. Здесь наверняка дверь. Судя по вот этим монетам. What the fuck? There are 5 entrances to the Star World in Dinosaur Land. Find them all, and you can travel between many different places. Окей. Я полагаю. А, конечно, окей. Я не думаю, что вот это вход. Меня больше интересует вот это место. Да, скорее всего, это оно. Верно? А, нет, это... Окей, это просто выход с уровня. Это нас не интересует сейчас. О, 7 жизней. Надо их, кстати, накапливать. Надо перестать тупить и реально накапливать жизнь. Потому что в этой программе почему-то нет сейва. Точнее, он есть! What the fuck? О, окей. Точнее, он есть сейв, но он почему-то не работает. Стоит сейвы есть, но я не знаю, в чем фишка. Он просто... Опция почему-то серым выделена, и она просто не работает по какой-то причине. Окей, speedrun strats. А, фак. Я бы все равно не успел проскочить. По идее, между ними можно... Хотя нет, я не думаю. Слишком уж они близко находятся. А! Каждый раз этот Йоши. Окей. Сап. Фэггот! Get wrecked. Окей. Опять же, меня интересует вот это то, что внизу. Как мне туда попасть? За гриб спасибо. Мне реально чертовски приятно играть в эту игру. Не знаю, остальные Марио игры... Не то, чтобы я их не любил или еще что. Они окей. Например, первый Марио и так далее. Но это... В ней есть особенная какая-то... Не то, чтобы атмосфера или еще что, а именно... Она чертовски приятно играется. И мне нравится стиль визуальный. Вообще, мне все нравится здесь. О! Вау, окей. А, щет! Мне было интересно, что там. Окей, это что, все? А, окей, окей, окей. Я не против. Мне нравится, что там есть вот этот секрет, что я его отыскал случайно. Я просто случайно вверх нажал. Найс. Я люблю такие секреты, это прикольно. Конечно, иногда то ты так... А, как я это найду? О, what the fuck? О, нет, Биг Бу. Так ведь его зовут, верно? А, щет. Окей. Так, он снова активен. Давай, иди сюда, не стесняйся. О, вау, окей. Cool strats. Окей, окей, окей. О, нет. Окей, мне повезло. Ха-ха-хай. Окей. Я не знал, что здесь вообще босс будет какой-то. Не знал, что такое может быть. Уу! Найс. Это все, что я получаю за это? Что-нибудь еще? О, окей. Я не знаю, что за Star Road. Но давайте... А давайте в следующий раз. Ага. Клиффхенгер. Чтобы смотрели следующий эпизод. Я так не делаю. Просто эти вот сохранения достаточно запарные в игре. То есть я не могу сохраниться в любой момент. Это... Не круто. Поэтому мне просто приходится вот так вот делать. А, да, посмотрим в следующий раз, что за Star Road. И до встречи.
Да, я совсем забыл. Всякие там. Подписывайтесь, ставьте лайки, просто это другой канал, так что. Подписывайтесь на топ-канал, окей? На этот тоже. До встречи.